Вот это колье покупала в прошлом году, оно очень классное, оно из натуральных камней со вставками из цепей. За год с цепями ничего не произошло, они вот в идеальном состоянии. Но носила это колье я больше как браслет, то есть наматывала его на руку. Как колье, в общем, достаточно редко, потому что мне не очень нравится его длина. Она для меня как-то и не туда, и не сюда. Его хочется то ли покороче сделать, то ли наоборот подлиннее. В общем, я думала целый год и купила еще два таких колье, чтобы изменить длину и иметь возможность носить это колье по-разному. Я сейчас соединила между собой два колье, и вот такое получившееся украшение смотрится, на мой взгляд, гораздо интересней. А если мы сюда добавим еще третье колье, то у нас получится вот такое длинное, очень стильное украшение. Или мой любимый вариант – это вот так носить украшение через плечо. Когда вы надеваете украшение вот таким образом, все взгляды прикованы только к вам, вы получаете массу внимания от окружающих. И есть еще один вариант – надеть украшение под рубашку или под жакет. Тогда это становится еще более интригующей историей, потому что, ну, не всем очевидно, что украшение у вас надето через плечо, и всем безумно хочется выяснить, а как, собственно, оно вообще на вас держится? Мне так нравится, что вот такая маленькая деталь буквально на глазах меняет образ. Делает его чуть-чуть необычным. Вот капельку не таким, как у всех. Это так здорово.